о патриотизме. Патриотизм – это свирепая добродетель, из-за которой пролито в десятеро больше крови, чем от всех пороков вместе. Ну и в конце я хочу привести слова Николая Васильевича Гоголя, который, безусловно, любил тоже свою родину, но вот смотрите, что он пишет. И мы понимаем, что тот, кто написал «Ревизора», «Мертвые души», да, вот где там характер и чиновников в России, и других деятелей, он слышал немало обвинений в свой адрес. И вот что пишет Гоголь. «Еще падет обвинение на автора», он имеет в виду себя, «со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивают судьбу свою за счет других, но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для Отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут из всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг клики». И вот о таких патриотах Гоголь писал, как о думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Все эти люди, о которых цитаты я сейчас привел, они являются представителями нашей культуры, и они во многом являются теми, кем наша страна и славится.